Сегодня же участковые уполномоченные региона получили 90 служебных машин. На такое обновление автопарка из бюджета области выделили свыше 56 миллионов рублей. Ключи от автомобилей сотрудникам вручил губернатор Вячеслав Гладков. Я надеюсь, что улучшение материально-технической базы позволит вам более качественно выполнять свои служебные обязанности. Жители Белгородской области привыкли жить безопасно, спокойно благодаря вашему труду. По статистике, каждое третье преступление в области раскрывают именно участковые. Зачастую они первые, кто приходит на помощь. Поэтому оперативность, пожалуй, главное в их работе. Участки у нас большие. Передвижение на уже этих личных транспортных средствах нам работу упростит. Мы будем быстрее выезжать на вызова, будем помогать людям. Уже сегодня новые автомобили отправят во все муниципалитеты области.